растревожили в логове старое зло. Близоруко взглянуло оно на восток. Вот поднялся шатун и пошел тяжело, как положено зверю свиреп и жесток. Так подняли вас в новый крестовый поход, и крестов намалевано вдоволь. Что вам надо в стране, где никто вас не ждет, что ответите будущим вдовам? Так послушай, солдат, и не ходи убивать. Будешь кровью богат, будешь локти кусать за развалины школ, за сиротский приют. Вам осиновый кол меж лопаток вобьют. Неизвестно, получишь ли рыцарский крест, но другой на могилу под Волгой готов. Бог не выдаст, свинья же быть может и съест. Раз крестовый поход, значит много крестов только ваши. Подобья раздвоенных жал, все вранье вы пришли без эмоций. Гроб Господень не здесь он лежит, где лежал, и креста на вас нет, крестоносцы. Но хотя миновало немало веков, видно, не убывало у вас дураков. Вас прогонят, пленят, но если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Зря колосья и травы вы топчите тут. Скоро кто-то из вас станет чахлым кустом. Ваши сбитые наспех кресты прорастут, и настанет покой только слишком потом. Вы ушли от друзей, от семей невест, ни за пищей птенцам желторотым. И не нужен железный оплавленный крест, будет будущим вашим сиротам. Возвращайся назад, чей-то сын и отец. Убиенный солдат — это только мертвец. Если выживешь тысячам свежих могил, как потом объяснишь, для чего приходил? Как потом объяснишь, для чего приходил? Бой. Большим пальцем пятый бас, средним пальцем вверх-вниз, указательным вверх. Четвертый бас, средним вверх-вниз, указательным вверх. М, Е, А, М, С, H7. Аккорды и текст в описании.